pare que tenha tudo. На самом деле таких бойцов еще много. Я рассматриваю, мне интересна вся первая десятка сильнейших бойцов в мировом рейтинге. Вот. И думаю, с любым из этих бойцов бой бы был бы красивый и интересный. Но на сегодняшний день моим соперником будет, скорее всего, вот предстоящая пара на следующем турнире Affliction. Это будет Джош Барнетт будет биться с Андреем Орловским. Кто из них выйдет победителем, скорее всего, буду я встречаться. Сейчас сильно залечиваю. Надеюсь, что в течение месяца-двух она, то есть я полностью восстановлю руку и смогу выступать. То есть к новогоднему бою я уже буду в строю. Я рад снова приехать к вам. Очень сожалею, что это происходит не так часто, но по возможности я буду убираться к вам как можно чаще и радовать своим присутствием. Ну, а я стараюсь для вас, с Божьей помощью стараюсь побеждать для вас и радовать вас своими победами. Who the hell?